Привіт! Прямо зараз редакція знаходиться на церемонії відкриття 9-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Іде дощ, через це початок трохи затримався, але це не засмучує гостей. Зараз ми можемо бачити, як, незважаючи на непогоду, вони починають свою ходу червоною доріжкою до оперного театру. Надалі на нас чекає 9 фестивальних днів та 2 тисячі діячів кіно з-за кордону. Я, во-первых, мечтал, и я потом себя долго буду укорять, потом меня мама меня будет укорять меня. И, а когда еврейская женщина укоряет, это страшно. Нет, вы в Одессе. Да. Мы, во-первых, вас всегда рады видеть, но зачастую это происходит или на концертах, ну, или, собственно, по телевизору. Да. Вот, а сейчас мы вот так с вами встретились на Одесской брусчатке. Да. Вы приехали на кинофестиваль. Да. Мы вас увидим после церемонии открытия. Вы еще будете ходить на фильм? Да. Смотрите, какое у нас информативное интервью. Нас передавали, вы ходите дальше. Да, но тем не менее, для вас в целом прибытие в Одессу, как вообще это рассматривать? Обожаю город, знаю его с детства, здесь живет куча моих родственников, родственники, привет. Очень рада, что наконец попала на это событие, я считаю, очень знаковое для нашей страны. И вот даже привезла с собой мужа, который не очень хотел на красную дорожку. А но... почему вы не хотели? Как вас зовут, простите? Сергей. Сергей, почему вы не хотели? Ну, знаете, этот пафос и вот это все огромное... Чуть не пафос, здесь все искренне, правда же? Правда. Здесь правда. Все абсолютно искренне. Да, да, конечно. В общем... Нет, это просто немножко формальность, но такое приятное, как мне кажется. Не каждый день. Спасибо вам большое. Да. Спасибо, да, до свидания. Да. Фільм відкриття «Жінка на війні» – це плід спільної праці Ісландії, Франції та України. Картина розказує про те, як жінка розпочинає боротьбу за навколишнє середовище. І цього року ця картина взяла спеціальний приз Каннського кінофестивалю. І редакція вже встигла цю кінострічку подивитися. Фильм «Открытие». Организаторы позиционировали его как впервые на Одесском международном кинофестивале. В программе «Открытие» будет показан украинский фильм. Да, в сотрудничестве с другими странами, но тем не менее позиционировали как украинский фильм. Но тем не менее фильм на поверку оказался полностью, ну, на 99% исландским. Вот твое мнение по этому поводу. Ну, самое главное, что Украина уже... может похвастаться тем, что фильмы в ее копродукции получают награды. И мне очень отрадно, что этот фильм получил награду, потому что в первую очередь я хочу сказать, что это замечательная работа, которую нужно видеть, нужно смотреть. Это безумно музыкальный фильм, это безумно ритмичный фильм. Этот фильм должен посмотреть каждый человек, который называет себя кинолюбителем, киноманом, как угодно. З 13 по 21 липня ми побачимо 108 картин із 45 країн світу. Також сьогодні Ада Роговцева отримає спеціальний приз за внесок в кіно. Вона візьме цю статуетку із рук американського актора Еріка Робертса. Here's what I've heard about the Ukraine. Nothing except my wife, who I've been married to for 25 years, and her mother are both two very beautiful women. In the United States, I never see anybody who looks like them. Then about 10 years ago, 15 years ago, I come here to Odessa to do a press conference for a movie. And I see all the women look like my wife. And I go, wow, this is where they're from. So that's my education on the Ukraine. Отже, за 9 фестивальних днів ми побачимо ті стрічки, які досі демонструвалися лише в Каннах та Венеції. Також кожного дня планується акція на підтримку Олега Сенцова. Також будуть проведені мастер-класи, творчі зустрічі і ретроспективні кінопокази. Редакція продовжить слідкувати за фестивальною життю.